Tad, né? Pandit Dizum Khenpe ge tata di chungde ge lochik tele chwe se kabdili ya kari shoko samso sana chidan tsame ge khense. Если вы слышите меня, пожалуйста, поднимите руки. Хорошо. Годы жизни первого кармапы Дусюма Кимбы. Что касается дат жизни, то я хотел бы сказать следующее. Первый кармапа основал много монастырей и по-настоящему является основателем как бы традиции карма камзан. И существует множество толкований касательно тех монастырей, которые он основал. В некоторых традициях говорится, что он основал верхние и нижние монастыри. В некоторых говорится, что он является основателем трех чакр, чакры тела, речи и ума Будды. Почему же здесь говорится о трех чакрах тела, речи и ума? Что имеется под этим в виду? Чакра самвара считается основой, опорой тела, речи и ума Будды. В одном из своих сочинений Кармапа пишет о том, что он себя визуализирует в качестве чакра самвары. Он оставил подробные инструкции касательно такой визуализации, где он себя визуализирует в качестве чакра самвары, а свои каналы ветра в качестве духовной супруги чакра самвары. И здесь Шамарпа Гаванчуги Ванчук, который составил путевые заметки, пишет о том, что он передал все свои учения первому кармапу Дусюма Кимбе и также сделал предсказание, что благодаря ему эти учения распространятся по всему региону Кам. И затем, после этого, Дусюма Кимба прибыл в местечко под названием Камбоненак, которое расположено в Каме, и начал интенсивную практику, интенсивный затвор. Затем он основал монастырь Кармагон, а также Цурпу. И
В целом есть 5 основных монастырей, которые являются связанные с линией карма. Все эти места связаны с телом, речью, умом, с качествами, а также с деяниями кармап. Об этом, по крайней мере, говорится путеводитель, который составил 6-й шамарпа. Один из них сейчас является монастырем, относится к традиции Гелуг и не считается теперь в наше время монастырем Карма Камзан. Поэтому в наше время мы можем насчитать только 4 таких места, но согласно сочинению 6-го шамарпы, таких мест должно быть, монастырей должно быть 5. Место, связанное с телом, это место под названием Камбо Кангра. Место, связанное с речью, это Оумин Карма. Место, связанное с умом, это Тушунг Цурпу. Место, связанное с достоинствами, это Пугри на востоке. Место, связанное с деяниями, это монастырь Дапа Пангук. И 13-й кармапа Дуду Дорджи оставил ответы на вопросы одного из своих учеников, где говорит о том, что где также приводит объяснение касательно этих 5 основных монастырей, основных 5 священных мест, связанных с кармапами. И существуют разные объяснения касательно священного места, связанного с достоинствами кармапы. Согласно 6-му шамарпе, это есть монастырь Пугри. Но существуют и другие точки зрения. Существует по другой точке зрения место под названием Че Камким, которое считается местом, связанным с достоинствами кармапы. Но здесь существует противоречие, потому что Че Камким, он географически не может быть связан с восточным местом, поскольку он находится именно в регионе Че, он никак не может быть в другом месте. Также говорится о том, что в год мыши, я не знаю, какой это год, но как бы то ни было, в год мыши 6-го месяца 29-го дня
Махакала Бернакчен проявился на небе и охватил собой весь мир. И от сердца Бернакчена исходила сердечная гирлянда. Число бусин которых доходило до 150. И Махакала был представлен в гневной форме. Вот такое видение. Вот такое видение имел второй кармапа, карма Пакши. И чтобы узнать, почему он имел такое видение, он провел ритуал, провел гадание. И в качестве ответа ему было явлено, что местечко под названием Че Камхим определенно связано с первым кармапой, Тусумом Кембой. Также в биографии седьмого кармапы приводится множество сведений о местечке Че Камхим. Выше я приводил заметки из сочинения «Важные осколки». Где автор приводит свои впечатления. И там же говорится о том, что рядом с местом рождения Дусума Кембы находится монастырь Че Камхим. Поэтому, без сомнения, местечко Че Камхим связано с местом рождения Дусума Кембы. Но впоследствии, так как Че Камхим, монастырь этот был разрушен, впоследствии о нем мало что было известно. Даже трудно определить местонахождение этого монастыря. В биографии седьмого кармапы сказано, что в монастыре Че Камхим были свои традиции, связанные с избранием настоятеля и так далее. Но уже в биографии девятого кармапы не приводится каких-либо сведений о монастыре Че Камхим. Если бы монастырь тот существовал, сохранился во времена девятого кармапы, то это отразилось бы в его жизнеописаниях. Поэтому я считаю, что этот монастырь был разрушен во время восьмого кармапы. Затем 13-й кармапа определял место деяния кармапы как местечко под названием Пара. Но я не смог определить этот топоним, где он расположен. Поэтому ясно, что существуют разные точки зрения касательно места, связанного с достоинством кармапы. Есть версия шестого шамарпы. Есть также версия кармапы Дюдюдорджи. А также по этому поводу пишет Джамгю Кунджу Лоджу Тайе. Он писал о том, что существует два места, связанного с достоинствами кармапы. Это Пунгри на востоке и Че Камхим.
И два места связанного, два места связанные с активностью, с деяниями кармапы. Это пара и место под названием Рама Друши. Поэтому, что касается определения высших и нижних монастырей, то здесь все едины во мнении. Но что касается определения священных мест, кармап, то здесь существуют две основные точки зрения касательно места достоинств кармап и места деяния кармап. Что касается нижнего, среднего и высших монастырей, то высший монастырь — это монастырь Толум, что в переводе означает «верхняя долина». Некоторые полагают, что слово «верхнее» относится к тому, что этот монастырь главенствует над остальными. Но это ошибочная точка зрения. Он так называется, потому что он расположен в долине, которая расположена повыше. Поэтому, когда мы видим такое деление монастырей в традиции Кагю, верхний монастырь, нижний, средний, то они получили свое название, исходя из своего расположения. Находятся ли они в долине повыше или в долине пониже? Шестой шамарпа. Полагал, что место, связанное с достоинствами Будды, это Пури на востоке, но этот монастырь не был основан первым кармапа Дюсумом Кимбой. Почему же оно относится местом достоинств кармапы? Как я полагаю, изначально это местом достоинств кармапы считался монастырь Чекамким, но впоследствии он был разрушен, и вместо него начали считать монастырь Пугри на востоке, восточный монастырь Пугри. Что касается места, связанного с активностью кармап, то здесь есть также разные точки зрения. Поэтому здесь приводит две точки зрения, что Бара — это место деяния кармапы, а также есть другая точка зрения, монастырь Рама Друши является этим местом. Рама Друши сейчас в наше время расположен в промиссии Шу. Подытоживая, можно сказать, что существует много монастырей, основанных кармапами. И хотя есть монастырь Румтек, основанный шестым кармапой, но они не относятся
не входят в это, в этот перечень. Потому что здесь мы считаем главным образом те монастыри, которые были основаны первым Кармапа Дусумом Кенбой, потому что если мы будем подсчитывать количество всех монастырей, основанных разными воплощениями Кармапы, то количество их может дойти до 50. Согласно предсказанию Джая Кампопы, первый Кармапа Дусум Кенба в Каме ушел в затвор, обрел постижение и основал монастырь Кармо Ненам. И благодаря возникновению этого монастыря возникло название Карма Камцан. Карма Камцан означает обитель Кармапы, поскольку тот монастырь стал резиденцией первого Кармапы Дусума Кенбы. Линия учения, которая произошла от этого монастыря, начала называться Карма Камцан или обитель Кармапы. И далее традиция Карма Кагю была усилена во времена второго Кармапы, Кармапа Кши. Все воплощения Кармап являются владыками, держателями учений Карма Камцан. Но прародителями, основателями по праву считаются первый и второй Кармапы, Дусум Кенба и Кармапа Кши. Поэтому те монастыри, которые были основаны ими, считаются самыми главными монастырями традиции Карма Кагю. Монастыри, основанные Дусумом Кенбой, считаются материнскими монастырями Карма Кагю. В наше время многие монастыри, основанные ими, первыми двумя кармапами, пришли в упадок, находятся в плачевном состоянии. Но как бы то ни было, мы должны с почтением, с преданностью относиться к традиции этих монастырей, воздавать должное этим монастырям. Затем я перейду к краткому изложению биографии следующих кармап. Второе кармапа родился в месте под названием Джонда Дзон, в провинции Джонда. Его родители звали, отца звали Кьяван Цурца Чангтар, а мать звали Синза Манки. Что касается даты рождения, то здесь существуют разные точки зрения. Шамарпа Качу Вангу в одном своем сочинении писал о том, что Кармапа Кши родился в год мыши и жил 80 лет.
Также в синей летописи Лацавы Шину Лоджопела говорится о том, что он родился в год огненного тигра. Этой точки зрения придерживаются и другие историки, такие как Цуглак Чэнгва и остальные. Год огненного тигра – это 1206 год. И очевидно, что между уходом в нирвану первого кармапы и рождением второго кармапы есть определенный промежуток времени, который длился 10 лет. Примерно 10 лет. Третий кармапа Рангчун Дорджи родился в провинции Кичжун, в городе Шице. Это современное название мест. Имена его родителей, даты жизни, имена, под которыми он был известен, дата ухода из жизни. Здесь нет спорных моментов, а все историки в основном придерживаются одной и той же точки зрения. Но что касается места ухода из жизни, то здесь в трактатах говорится о том, что третий кармапа ушел из жизни в 14-й день 6-го месяца, в год земляной год земляного быка в 1339 году в городе Шэнгду. Но что касается Шэнгду, то есть две столицы, древние столицы. И когда ушел из жизни, когда кармапа уходит из жизни, существуют разные традиции. Изображение это на танках. Четвертый кармапа Рёбе Дорджи родился в месте, которое сейчас можно идентифицировать как Аларон, деревня Аларон, которая расположена в провинции Пелбар. Пятый кармапа Тишин Шепа
родился. В городе Нингчи, который расположен в провинции Конго, Гянда, а именно в округе, который называется Чондэн, родился в 1384 году. При получении монашеских обетов он был известен под именем Чёпе Цангбо. И император династии Минь даровал ему имя, титул Татагата Тысячникпа, под которым он впоследствии стал известен. Стал известен как Пятый Кармапа Тысячникпа. И Пятый Кармапа ушел из жизни во дворце Патала. Шестой Кармапа Тонгва Тунден родился в округе Чамдо в провинции Монда в деревне Шеким. Родился в 1416 году, когда ему было 38 лет, 1453 году он ушел из жизни. Седьмой Кармапа Чорак Гьямцо родился в округе Чамдо, провинции Пелбар, деревня Чинда. В 1454 году он родился и прожил 53 года. 1506 году он ушел из жизни. Восьмой Кармапа Мигё Дорже что касается его места рождения, сведения из его жизнеописания, то я хотел бы подробно привести завтра. И если бы я сегодня буду говорить только о историях, наверное, вы устанете, поэтому давайте перейдем как-то к автобиографии восьмого Кармапы Мигё Дорже «Благие деяния». Вы должны знать, что «Благие деяния», а также другая биография, он тщательно искал, внутренне связаны между собой. Когда восьмой Кармапа был в Конго, его наставник Карма Чинле, он составил восхваление своему наставнику Карма Чинле. Но его наставник Карма Чинле сказал, что я не достоин такого восхваления, и вернул, немного изменив. Изменив это восхваление обратно восьмому Кармапе. Об этом говорится в комментарии Кюнджога Йенлака. Эта история похожа на историю с Мигдземой, молитвенное обращение к Лама Цангабе. Лама Цангаба написал эту молитву своему наставнику Риндаве, но Риндава вернул ее обратно Цангабе. Цугла Ченгва написал полный комментарий
на восхваление он тщательно искал. Восхваление он тщательно искал, имеет 9 частей, 9 разделов. Согласно пятому Шамарпе, первый раздел связан с вхождением учения и с этапами вхождения в учение. И это восхваление начинается со слов. Он тщательно искал суть учения несравненного учителя. И Павод Цуглак говорит о том, что когда восьмой кармапа Микё Дорджи приступал к практике учения Будды, то он не ограничивался простым принятием того, что все эти наставления перешли от Будды, но он занимался изучением, изучал все эти тексты. И что касается вхождения в учение Будды, то говорится, что основополагающим местом здесь является следование чистой нравственности. Именно виная нравственная дисциплина является фундаментом учения Будды. Что касается Гетсап Джоши Намгела, то я хотел бы перевести потом, впоследствии, также изложить некоторые сведения из его жизни. И с точки зрения титула Гетсап, что означает «наместник», первым является Джоши Намге. И первый кармапа Микё Дорджи принял монашеские обеты перед статуей Тенгендор, которая является основной святыней великого лагеря кармап.
об этой святыне я тоже расскажу поподробнее потом. В 11 лет восьмой Кармапа получил обеты Гицула, послушника. Большинство карма получают, получили монашеское посвящение от Гендуна Гамбу. И с тех пор сложилась эта традиция получать от наставника Гамбу, который считается воплощением Сарахи. И перед семью выдающимися наставниками, восьмой Кармапа Микё Дорже получил полные монашеские обеты бикшу. На этом я, пожалуй, завершу сегодняшнее объяснение. Завтра нас ожидает немного деликатная тема, связанная со вторым благим деянием. Это отказ от дурных друзей. Иногда в жизнеописаниях некоторых учителей мы видим, что они попадают под влияние дурных помощников. Поэтому я думаю, что я завтра также приведу некоторые такие истории. Есть много таких историй, которые случились, например, с восьмым Кармапа Микё Дорже, и которые случаются по сей день. Истории, которые повторяются вновь и вновь. И чтобы вы знали об этом, я хотел бы привести такие истории, которые произошли также и со мной, отбросив при этом стыд, и я завтра расскажу. Давайте прочитаем молитву, благопожелаемую заслугу. Достигнут состояния всеведения и победят врага ошибки и заблуждения. Пусть все они будут вызволены из бушующих волн рождения, старости, болезней и смерти этого океана самсары. Учение Будды, основа, из которой возникает все великолепие как самсары, так умиротворение нирваны. Да пребудет оно долго, пусть все святые
поддерживающие это учение, будут украшены процветанием, и пусть их стопы прочно пребудут в этом мире. Кармапа воплощение сострадания всех победоносных. Кармапа единство деяний всех победоносных. Кармапа наследник, наделенный властью всеми победоносными. Пусть твои стопы прочно пребудут в этом мире.